Вот что будет дальше? Неужели это Макс Витис уже дал такую установку поменяться? Жигановская стрель из угла. Прошу прощения, конечно, Калниетис атаковал. И в раннем нападении бьет уже его соотечественник. Что делать? Ну, прям вот если бы забили 50% к трех, просто бы вели в счете вообще спокойно. Вот она. Вообще и Буланов на площадке у Пармы появляется. Да, уходит, уходит Мерис. Ну и трешечка от Жукаускаса. На Мериса, дальше Жмака, Жмако долго, и в итоге мяч уже у Жукаускаса. Эйгер! Придется переиграть. Жукаускас, комбинация, вот удивительно, как он владеет мячом, какое видение. Жукаускас, вот этот трек. 5 секунд остается на атаку у Пармы, нужно что-то делать. Хороший для Качковаса. Десятых Уильямс на Жукаускаса делает передачу, Жукаускас 3 забивает. Централизация 32, перехват от Юшкевичуса на понитку, хороший здесь. 50% болельщиков присутствует. Жукаускас идет в лицевую и вколачивает сверху. Добавить, что Уилл Томас главный снайпер по набору очков в своей команде. Он... Жукаускас по 100. И ох, как сбросил. Это не точно. И Григорий Мотовилов на площадке. Ну и также Данил Шиянов. Вот как раз таки сейчас против Жукаускаса. На Сибур-арене, нежели в спорткомплексе Юбилейный. Может быть, тоже с этим как-то связано не очень внятно. В центр обыгрывается с Жмака. Еще один заслон идет от Ивлева. Ивлев видит вход с дальней стороны. Жукаускас. Понитка. На Жукаускаса. Эйгерда со средней. Всего лишь 3 очка. Марцель Понитка. Жукаускас. 75. Попадание издревле на данный момент у хозяев. Юшкевич вот на Ивлева. Хорошая передача. Ивлев видит бэкдор. Видит бэкдор. Савич кажется выше и мощнее Антипова, но вот продавливать своего оппонента не стал. Жукаускас. Еще два. Заиграть, да, Жукаускас внутри против Захарова. Обладает он хорошими габаритами и преимущественно здесь есть. Правой полуканции нет, поэтому угрозу он никакой не представляет. Чего вот не скажешь о Жукаускасе. Осталось он против Уотерса. Это неравноценный размен. Эйгердо. Качает Ивлева. Ивлев перехватывает мяч. Жукаускас устремляется вперед. До конца. Хорошо. Реализует. Двигает хорошо, двигает мяч. Эйгерда, Жукаускас, контакт и два. Буланов двигает вниз, Мерис, Жукаускас, 2+1. Вот рифала уже у команды в этой четверти, 4 минуты остается играть. В третьей 10-минутке Жукаускас, еще два набирает. Лоренцо Уильямс остался против Воронцевича и попытаются вниз отдать передачу. Нет, Жукаускас пошел. Сколько секунд? За 7, наверное. 70-48, вновь плюс 20 у краснодарцев. Жукаускас под кольцо, Жукаускас. 24 секунды на атаку использовать. Маркс Мерис. Он сегодня еще не обыгрывал Дэвина Томаса один в один и не стал этого делать сейчас. И правильно. Этого не случилось. Он в посте против Жукаускаса, который посильнее. Ой-ой-ой, хитер же. Смотрите, какую пижонскую передачу из-за головы отдал Жукаускас. Савович 3 еще раз. Не получается вколотить сверху. И контратака, которую начинает Глеб Шейко. Вниз и сверху. Промах. В итоге подбор за Жукаускасом, который стоял чуть ли не в центре площадки. И мяч. Играет пик-н-ролл с Мэрисом. Еще один пик. Скидка на... Ой, хороший пас, не глядя, от Жукаускаса. Действует и забирает этот мяч у Зенита. Видим переход. Жукаускас, мисс-матч против Фридзона. Мэрис. 3. Точно, ну смотри. 3. Шестой номер Пармы. Да, да. За исключением Эрика Макколума, у Химок сейчас 4 игрока. Да на 3-фалам! Обосновывается на половине соперника. 14 секунд уже до конца. Какая передача! Владимир Ивлев с фалом!